До сих пор живы дети, его наследники. Награды, не врученные при жизни, медали и ордена, сегодня вручают наследникам за военный подвиг их отцов. На сцене дочери Бургана Гайнутдинова, ветерана войны, одного из немногих, кто уже пришел с орденом Красной Звезды и медалью за отвагу. Вернулся живым, судя по тому, что родил таких красивых дочерей. Но о награде-то его, об описании его подвига-то никто не знал. Никто даже в семье не знал, что только в одном бою буинец за раз уничтожил 3 миномета, 8 пулеметов, 30 машин, 50 лошадей, 8 противотанковых орудий. Да и сам он никогда об этом не рассказывал. Все уважали нашего отца в деревне. Все знали, что он воевал и был награжден орденом Красной Звезды. Оказалось, что за тот самый подвиг его приставили к ордену славы. Спустя 70 лет награда дошла до детей, помогли татарстанские поисковики. Многие годы именно они находят тела и документы пропавших участников войны. И даже сегодня таких татарстанцев, чья судьба по-прежнему неизвестна, все еще около 200 тысяч. Буквально в каждом районе есть те, кто не вернулся из боя. Их поиском занимаются специальные отряды, но даже найдя пропавших без вести, часто не могут найти уже их потомков. Асыл Гараев Давлет Гараевич. Дочь есть? Связаться не можем, потому что нет номера телефона. Например, Латыпов Борей 2-го года, деревня Мурзина, тоже сын не представился, не назвал себя. Детей, внуков и правнуков ветеранов поисковики просят обращаться напрямую в музей Великой Отечественной войны. Может быть, их документы давно спасены, только за год искатели раскопали еще 100 потерянных дел татарстанцев. Рамиль Шайдулин, Игорь Романов, ТНВ, Буинск.